Они волнуются, ждут и готовятся. Буквально через несколько минут нижнекамские студенты узнают, кто же из них лучший. Для студентов Нижнекамского муниципального района это очень значимая и важная церемония. Зарина и Айдар – участники финала премии «Студент года». Сегодня они борются за звание лучшего творческого коллектива. Ребята придумывают коллекции, одежды, шьют их, ставят шоу и дефиле в своем учебном заведении. Их театр моды носит необычное имя – Криштиану Роналду. Когда только появился наш коллектив, в нашем коллективе были только одни парни. И на тот год, как бы на глянцевый журнал все время мелькал именно Криштиану Роналду как лучший футболист. И он был как бы все время там как красавец и все подобное. И ребята подумали о том, что ну почему бы не назвать его имя. Церемония награждения лучших студентов Нижнекамска была схожа с вручением премии «Оскар». Золотые статуэтки – настоящая награда. А нижнекамские звезды сияли ничуть не хуже голливудских. Большое спасибо организаторам этого замечательного мероприятия. Всего за звание «Студент года» 2014 боролись 39 человек в 13 номинациях. Ну а гран-при завоевал Андрей Кубышкин. В дальнейшем не уйду из молодежной политики и буду продолжать работать в этом направлении на благо молодежи. Премия была организована Нижнекамским союзом студентов. Активная позиция студентов не осталась без внимания. Все участники получили дипломы и призы. Аделия Сатарова, Ренат Харасов, новости НТР.